15 ноября в правительстве Тверской области губернатор Игорь Руденя провел встречу с президентом и соучредителем благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. По итогам подписано соглашение о сотрудничестве с фондом, направленное на решение задач в демографии. Подробности далее. В Верхневолжье действует 50 различных мер социальной поддержки семей. По инициативе Игоря Рудени принят областной закон, направленный на повышение рождаемости и защиту беременных женщин, о запрете склонения к искусственному прерыванию беременности. Развивая экономику региона, увеличивая количество рабочих мест, мы должны четко понимать, какая перспектива вообще с населением, с структурой населения, с составом населения, с возрастными ресурсами, потому что основной, конечно, движущей силой является молодежь и средний возраст. В проект «Здравствуй, мама» вовлечены как будущие мамы, так и медики. При участии фонда женщинам предоставляется всесторонняя информация о государственных мерах поддержки. Создаются комфортные условия через модернизацию женских консультаций. Проводятся занятия с демонстрационным материалом и муляжами. Обеспечивается кризисная поддержка. В свою очередь медиков обучают врачебной этике общения с беременными, новшествами в их сопровождении. И важно, чтобы женщина не боялась сохранить ребенка, потому что очень сильное давление извне, всякие сомнения, гормональная перестройка. Это все связано с тем, что женщина заходит в такой период своей жизни, когда ей нужно принять решение. И важно, чтобы она была не одна, чтобы и врач, и отец ребенка, и ее семья были союзники. Губернатор отметил, реализация проекта «Здравствуй, мама» в рамках соглашения о сотрудничестве позволит еще большему количеству женщин сделать выбор в пользу рождения ребенка. Игорь Рудени предложил создать в Тверской области филиал фонда «Женщины за жизнь» для более эффективного сотрудничества в сфере демографической политики. Среди других направлений взаимодействия правительства, области и фонда, закрепленных соглашением, мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми, многодетных семей, людей в трудной жизненной ситуации и других категорий жителей.